Всем привет! Меня зовут Денис, и я рад вас видеть на моем канале Danny Hell. И сегодня у меня очередные покупки с магазина Fix Price. Начну, я думаю, с постоянных своих покупок и покажу, что еще новенькое там нашел. Ну, во-первых, это вот стандартная покупка, такие вот влажные салфетки в машину для ухода за салоном автомобиля. Здесь 120 штук. Стоит такая упаковка 77 рублей. Имеет полирующий эффект, предназначен для очистки пластмассовых и кожаных поверхностей. Устраняет сильные загрязнения и неприятный запах, не оставляет разводов. Ну, в принципе, действительно так оно и есть. Качество у салфеток достаточно неплохое, они в меру влажные. Есть клапан. Мне их хватает и полностью устраивает. Использую не только машину, но и как универсальные, хозяйственные. Также вот из стандартных покупок вот такие влажные салфетки для детей Cote Kids. Здесь 140 штук. Стоят они также, по-моему, 77 рублей. С лутеином. И вот, ну, просто влажные салфетки для детей. Подходит с нуля плюс. Нормальные салфетки. Тоже ничего плохого сказать не могу. Потом периодически по просьбе покупаю вот там вот такие вот небольшие пакетики с чипсами Lay's. В этот раз взял сметана, зелень и зеленый лук. Ну вот, что из новенького решил вот такой попробовать. Пластырь медицинский, охлаждающий, фирмы Arma, при температуре и перегревании, при головной боли и усталости. Оказывает тонизирующие действия. В коробочке две штуки, взял с лавандой и эвкалиптом, были еще с мятой. Так, пластырь оказывает охлаждающие и успокаивающие действия, способствует снижению температуры, улучшает самочувствие. Представляет собой формоустойчивую гидрогелевую адгезивную пластину розового цвета, расположенную на нетканном текстильном полотне из синтетических волокон. Пластырь защищен адгезивным покрытием. Потребителями являются люди разных возрастных категорий. При использовании пластырей детям младше 2 лет рекомендуется проконсультироваться врачом и протестировать пластырь в течение 15 минут на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии аллергических реакций. Вот. Состав: ментол, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло лаванды, вода дистиллированная, карбамер, триэтаноламин, глицерин, каолин, краситель пищевой, спирт поливиниловый. Меру предосторожности использовать на влажной коже или совместно с лосьонами, кремами, мазями. При возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам изделия прекратить использование и обратиться к врачу. Побочные действия: если возникнет аллергическая реакция, сразу же прекратить использование и обратиться к врачу. Срок годности 3 года с даты изготовления. Производитель Бергус, поселок Боголюбово, Суздальский район. Медицинский охлаждающий. Но с учетом, что он запакованный, я думаю, это для предотвращения испарения вот этих вот эфирных масел. Размер 11 на 4 сантиметра. Я думал, честно говоря, что они просто как обычные пластыри. В этом случае открывать до использования не буду. Когда использую, потом вам отпишусь дополнительно. Ребенку взял вот такие многоразовые развивающие наклейки мордашки. Выпуск 4. Здесь 56 многоразовых наклеек. Такие вот бывают еще эти мордашки. Тут посередине наклейки с мордашками. А здесь уже небольшие задания. Уважаемые взрослые, в этой книге вашего малыша ждет веселая игра с наклейками-мордочками.
поиграем, дополни картинку мордашками зверят. Каруселем в космосе. Соответственно, продолжение этого космоса. На детской площадке. Спортивное мероприятие. Ну, в общем-то, все. Потом заинтересовала меня вот такая вот магнитная игра. Стоит она 149 рублей. Disney тачки Pixar. Необходимо сделать машинку. Вот она. Сама эта машинка и разные к ней производные. Не предназначен для детей младше 3 лет. Содержит мелкие детали. Сделано в России. Изготовитель «Свежий ветер», город Москва. Материал магнитный винил, картон, бумага. Такие вот машинки. Видел еще с мини-маус. Ну, на мини-маус там необходимо было надевать всякие наряды. Потом у нас появились вот такие вот книжки с рассказами. Это издательство «Эгмонт». Три кота. Котята-помощники. Но здесь написано издательство, издательский дом «Лев». Наверное, входит в «Эгмонт». Так, содержание. Сюрприз для мамы, заморские гости, камень, ножницы, бумага, у пап на работе, спасатели. Но мне кажется, эта вот книжка как раз идет по сериям этих трех котов. Потом взял ребенку на сюрприз вот такую вот игрушку, металлическая машинка фирмы Play the Game. Металлическая машинка, какая машинка, пока не знаем. Состав: полипропилен, металл, ПВХ. Ну и закончу я свой обзор вот таким вот жилетом детским. Вот, честно говоря, вы не поверите, вот такой вот жилет детский. Написано, что он предназначен на возраст 8-9 лет. Я когда брал, перепутал, думал лет на 6. Но когда на сына померили, вот, ну, на 8-9 лет, ну, вот он не подходит, он сильно маломерит. Он подходит года на 4. Но, наверное, все же это в зависимости от ребенка. Рост 134 сантиметра, возраст 8-9 лет. Так что лучше, конечно, предварительно все же померить. Ну, здесь небольшие нитки. Так, это у нас 100% полиэстер. Здесь, соответственно, тоже написано возраст. Вообще, внешне по качеству достаточно неплохо. На синих пуговицах. Я, как говорится, худшего качества заказывал с AliExpress жакетик. Это прям получше. Хотя это тоже производитель Китай. Вот такие вот. И были еще розовые с какими-то там цветочками для девочек. Ну, стоит еще отметить, что разбирает вот эти вот жилетики достаточно быстро. Несмотря ни на что. Ну вот и все. Все, что у меня было, я вам показал. Если понравилось, пишите комментарии, ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал. И всем спасибо за внимание и до новых встреч. Пока!